Решить вопросы с некачественной дорогой, подтоплением в подвале, неисправными лифтами и с проблемными батареями. Этим темам посвящен очередной прием главы городского округа Химки Дмитрия Волошина. Марина Александровна, какая помощь нужна от нас? Марина Фортунатова живет в селе Чашниково. К Дмитрию Волошину обратилась с просьбой отремонтировать дорогу в населенном пункте на улице Новой. Площадь проезжей части более 5000 квадратных метров. Некоторое время назад дорогу выравнивали грейдером и посыпали асфальтной крошкой. Однако это не помогло. Находится вот в таком состоянии. Вот то, что вы видите вот сейчас, вот именно на вот этих фотографиях, это... Ну, так называемый ремонт, который у нас был. Дмитрий Волошин отметил, что дорогу необходимо ремонтировать комплексно вместе с обустройством водоотведения. Глава распорядился включить этот участок в программу ремонта при софинансировании Минтранса Московской области. В следующем году, ну, то есть мы сделаем там до 1 сентября, да, все? Обязательно. То есть в следующем году мы можем рассчитывать на то, что у нас появится. Точно, точно будем делать. Вместе коллеги из Минтранса нам будут помогать в этом. Да. Хорошо. Все сделаем. Спасибо большое. Следом на приеме супружеская пара. Инна и Евгений Яновские живут на улице Первомайской Всходне. У химчан накопился целый комплекс вопросов. Подтопление в подвале, плесень в квартире, неисправная система вентиляции и недостаточное давление в трубах. Если наверху у нас вода была стояк 48 градусов, внизу у нас 20. Он говорит, у вас явно забит стояк, вам нужно сделать заявку, чтобы вам поменяли стояк. Дмитрий Волошин распорядился взять коммунальные вопросы людей на особый контроль. Вы с этого дома не выходите, как с машины смотрели, пока вы не сделаете до конца этот дом. Хорошо. Договорились, это тоже поручение. Не уходить с адреса Первомайская, 21, пока мы не решим список вопросов. Ну, жизненно необходимых. Тут все вопросы, это жизненно необходимые. С комплексом вопросов обратились и жители дома номер 8 на улице Родионова, Дмитрий Кругляк и Екатерина Баскакова. Люди пожаловались на неработающие лифты, ненадлежащие параметры отопления, на неудовлетворительную уборку в доме, а также шумы в батареях. У меня звуки всю ночь очень хорошие, то есть спать невозможно. В том году они не замолкали ни на день. Дмитрий Волошин заверил, все вопросы профильные службы решат в комплексе. Первый лифт, раз. Это второй. Параллельно с лифтом дорога, это параллельные процессы. Значит, параллельный процесс, мы сделаем диагностику, завтра выйдем, посмотрим, что это за шум, и начнем этим заниматься. Дальше вызовем жилищника и поставим на контроль этот дом, эти подъезды, что с уборкой, почему такая ситуация, люди жалуются. Параллельно развоздушим этот стояк, посмотрим, в чем вопрос, и ответим по нормализации центрального отопления. Договорились? Да. Плюс перерасчет. Да. Перерасчет отдельно, это ЕРЦ, надо сесть, посмотреть просто, в чем дело. Записаться на прием к главе округа и получить ответы на все волнующие вопросы может каждый. Для этого необходимо зайти на сайт городской администрации и оставить заявку. Или позвонить по номеру телефона, указанному на экране. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.